have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки и наш Пётель-космонавт. Мы более-менее... Может, не просто остановить видео. Я потом уже, когда монтировал прошлую серию, посмотрел, что не обязательно каждый раз терпеть, можно просто остановить видео. То есть, вроде как корпорация обязывает нас смотреть каждый раз рекламу. Да, здесь я пока ничего сделать не могу, и нам нужен кремний. Если я все правильно помню. Поэтому давайте двигаем дальше. Чего мы там понаприобрели-то? Мы понаприобрели тестер, мы понаприобрели двойной прыжок, усиленный револьвер, пистолет. То есть нам все-таки куда-то туда. Спасибо. Я думал, я допрыгну, не знаю. Кстати, а вот эти штуки, они что дают? Они семена дают. Все, я понял. Да, нам 140 метров наверх. Точно? Ну, знак показывает, да. Нам все-таки наверх. Минуточку, я же надеюсь, то, что я сделал в прошлый раз, сохранилось, и мы сейчас не делаем то же самое. Если делаем, то я этот кусок вырежу. Посмотрим, как это все получится. Ну, нам показывают, что нам туда, на вершину надо. А зачем? Я же там уже был. И там есть у нас телепорт. Я что-то пока не очень понимаю, что происходит. И... Даже не знаю, это немножко все странно. Тут есть там... Продолжает нам твердить о том, что все-таки наверх. А третьего нам зацепиться не дадут. Хорошо. Из кого я его там получаю? А, из вот этих вот точно. Так, у нас их опять три штуки, хорошо. Значит, мне кажется, что я это все уже делал. Возможно, я где-то в чем-то как-то ошибаюсь. Я бы дотянулся и без этого зерна. Ну, хорошо. Да, вот он, телепорт. Но почему... Я что-то не понимаю. Почему телепорт мне показывает сюда? Но потом значки ведут меня сюда. Это очень непонятная тема. О, вот и вот эти вот ребята, собственно, с которых выпадает то, что мне надо. Мне нужен будет магнитик, который все это себе... Там какие-то очень грозные... А, не, мне показалось, они не грозные. А, да? Теперь они грозные. Ох ты ж, ё, как бомбануло-то! Блин, меня сейчас убьют. Это не очень красиво. Я бы нашел бы, например, дерево, чтобы подлечиться, а? Как вам такая идея? Было бы хорошо. Какая-то новая форма жизни.
То есть они теперь на меня злятся, что, в общем-то, логично. Меня убило, да? Да. Просто запомни, что ты сделал все, что от тебя зависело. Это не было все, что нужно, но это все, что от тебя зависело, да. По крайней мере, наш труп недалеко. И мы можем телепортнуться прямо туда. Я... Ну да, убили-то меня здесь. Это я помню, это я вижу. Надо мне туда, это я тоже помню и вижу. Где... где ящик с моим добром-то? Вот что меня интересует. Вот, собственно, я. Номер какой-то там? Седьмой? Шестой? Пятый. Всего пока пятый. Хорошо, где ящик с... Не знаю, наверное, это был какой-то баг. К тому же, сейчас так глупо подох еще кто-то. Потому что... А, вот и мой ящик. Спасибо. Он был прямо здесь. То есть, до этого вы видели все показатели, куда мне нужно было идти, показывали именно сюда. Очень печально. Там прям какие-то извержения, там прям творится беспредел. Ты кто? Ты просто кристалл? Да. Да, двойным прыжком я сюда... А, вот, кстати, и хилка, спасибо. Ну, допустим. Твою за ногу, ты кто такой? Да, я понял, что ему в эти штуки надо... Ай, он все равно... Потому тут и хилка. Ясно, он сейчас отрастит себе новые, что ли? Да. Ах ты ж! Он меня сейчас убьет! Ау! Есть, остались последние. А вторая хилка есть, отлично. Нельзя было, в общем, оставаться на горящем острове. Это было вредно для моего здоровья. Блин, ну я же его уже почти убил. Фух. Это было стрёмно. Ты мне какие-то минералы дашь, нет? Я просто так здесь. О, цветочки могу повторно. Да, я могу подлечиться, отлично. Так, это можно еще просканировать. Хм. Необычный инопланетный барьер. Круто. Блин, вот эта червячина вылезла, конечно.
Так, ладно, я не знаю, теперь можно ли считать первым боссом того чувака, потому что боссы выглядят вот так. То были просто, видимо, крупные мобы, которым нужно в хвост стрелять. А вот это вот, хорошо, это был первый босс. Давайте так. Это у нас по второстепенным заданиям, да? Да, хорошо. Проанализировали. Пробились. Хорошо. Итак. А я в какое-то говно вляпался, блин. Надо дальность сканера все-таки, наверное, делать, я думаю, потому что... Ну-ка, а, нам туда. Analyzing the data that you have recovered, I can find no easy way to open the door from this location. Новый waypoint. Это хорошо. Нам по сути сейчас нужно на корабль и сделать то, что. Only kidding. No, I'm not kidding. You got some important new mail back at the Javelin. This appears to be another transportation device. I'm not detecting any threat to your person, so I advise waiting for the process to complete. I must commend you on your steady progress, but also ask that you report back to the Javelin at your earliest convenience for a very special surprise. It will only take a moment of your time. Acid, good for corpse creation and disposal. You will be able to hold on to it along with an upgrade. So, if you gather some data, Kindred might approve one. Так. Мне вот это жил нужно зря. Я вот этого разозлил, наверное, да? Да, нормально. Теперь можно это сделать вот так. Кислота. Кислота меня не трогает. Сколько мне? 50 всего лишь дало. Нужно больше. Что там, Джей? У меня 77 кремния. Мне нужно больше кремния. Нужно прям много кремния, если еще. Секрет поблизости. Инопланетное кино. Transmission from within the tower that seems to be localized within these tablets. My initial assessment is it is some kind of video coded. If you could find more of these, I will continue to decode and store them. This information is fascinating. I am cross-referencing it with our database of alien languages and attempting translation. I have also added a new folder to your desktop on the Javelin's computer. You can check out the results there at your leisure. Я бы на самом деле к вот этим вот ребятам, наверное, сходил бы. Мне бы кремния набрать. О, там есть еще одна кремниевая. Ай, блин, паркуры по прыгушке это не то, от чего я в восторге, скажу вам сразу. Не перелетай! Фух. Блин, меня это бьет. Весь мой крем не улетел.
Это печально. Хоть немножко подберу. Так. Это, получается, моя сейчас самая большая проблема. Это именно кремний, да? Потому что углерод у меня вроде как есть. О, а ты кто такой вообще? Янтарь. Ясно, понятно. Дайте телочку. Хорошо. Янтарь. Ха. Я сейчас иду вообще в непонятно каком направлении. И непонятно, что происходит. Ну, тут есть эти газовые фигнюшки. Понятненько. Это было рискованно. И это было рискованно. Че ты меня каждый раз травишь, Тим? Блин. На 20 кремния, хоть что-то. Давайте соберем все это. Привет, чуваки. Так, это мне сейчас очень нужно, поэтому я не буду лениться, побегаю, пособираю. Это то, чего мне сейчас не хватает для апгрейда. Ага. Если вы спросите, зачем я это все делаю, я вам не объясню. Я не знаю, я пока просто исследую то, что здесь есть. Эти штуковины, возможно, мы когда-то сможем заставить работать. Я этого тоже пока не знаю. Не разбился, и то хорошо. Того чувака бомбануло, хорошо. Я сейчас хочу просто понасобирать побольше кремния, вернуться на корабль, возможно, если у меня будет такая возможность. Я вот на данный момент не уверен, что у меня сейчас будет эта возможность, но если вдруг... Я был бы этому, ну, как бы, я был бы не против. Так. Я бы еще, наверное, хотел бы, чтобы у меня была возможность... Это очень похоже на пушку, вам не кажется? А я, кстати, спускаюсь, что ли, да? Не знаю, не знаю. У меня есть возможность туда обратно назад залезть. Это уже хорошо. А, мне туда даже. Ай. Ладно. Это где-то здесь. Побочка. А не, оно уже даже выше оказалось. Или я оказался сейчас в какой-то территории? Ну-ка. О, этого я еще не видел. Окей, я, по-моему, накинул какой-то кружочек, да? Или... Так, портал там. Привет, чувак. Я что-то... О, кремния 242. Неплохо, у меня хватит на какой-то один апгрейд, да?
теперь вообще не уверен в тех вещах, которые я делаю. О, там есть этот цветок, сканер, который. Поехали сюда. Тут у нас есть хилочка. Я не знаю, кто ты. Но... Это выглядело очень угрожающе. Я думаю, мне проще было тебя убить. Заодно опять же кремний. Все, что мне надо, показывает мне. Хотя... Офигеть, не пугай меня так. Они миленькие, хорошие, но такой появляется перед лицом, такой, блин. Так, это я заберу. Ого. Не перелетай, пожалуйста. Чё за страшные крики? Так, это я светильнички себе просто беру, если чё. Можно туда, можно сюда. Меня что-то там запалило не очень хорошее. Я не знаю, что это, но оно на меня кидается. А ты кто такой? Кладбище. Ай. Блин, эти штуки меня бьют, еще и убить могут, кстати. Раскидали дофигища прям всего. Я, наверное, подлечусь. Минутку, а куда? Не говорите мне, что я сейчас туда же вышел. Нет. Обнаружена область, да, гниющая пропасть. Смородый гриб. Что я здесь делаю, не подскажете? Так, новая область обнаружена, это, конечно, хорошо. А портал мне сюда будет, нет? Здравствуйте. Это вот, собственно, то место, где изначально был, да, я так понимаю? Сюда можно попасть, кстати. Оттуда. А, мне туда надо. Я не уверен, что я туда правильно попадаю. Да. Так, а ты кто? Alien hieroglyphics. It looks like they're indicating that we need some kind of jump augmentation to progress. Нет, оно туда не цепляется. Жаль. Получается, я сюда рано пришел, да? А вот это, собственно, мой портал. Окей. Я могу, по крайней мере, вернуться той же дорогой. Ладно. Что от нас тут хотят? 216 метров. Мне вон туда, я так понимаю.
Зацепись! Фу, я живой. Каким образом, не знаю, надо подлечиться. Я думал, я все уже. Так, минуточку, они на меня не агрятся или агрятся? Угу, понятно. Понятно! Это летуны вот эти агрятся. О, кстати, с них углеродов очень много дается. Серьезно? Это и было испытание? Давайте я заберу. Как раз мне не хватало одного инопланетного сплава. Окей. Чё оно так орёт? Так. Просто... А почему я не могу активировать здесь телепорт? Мне придется биться за телепорт, серьезно? Черт. Это было больно. Ёлки. Что-то я был уверен, что... Да блин, я же отскочил. Хорош! Надо подхилиться. Надо подхилиться. Идеальное время, блин, чтобы заклинить, да? Да! Уйди от меня! Да ёпрсоты нет же! Я его почти убил. Так. Скажите мне, пожалуйста, что... Недостаточно рис... 18. Я ничего не принес с собой, что ли? Угу, я понял, мне надо пойти забрать свои ресурсы. Телепорт стабилизировался, вы хотите сказать, что я могу теперь прямо туда портнуться? Не открыто. Давайте я прямо туда портну сейчас, можно так сделать? Блин. Это... Стоп, мне нужно вон туда. Все, это я понял. Угу, давайте попробуем. Стоп, а почему мне показывают... Хорошо, 60 метров туда, это что? Свою добычу я за ней обязательно схожу. 50 метров. Что за вопросик появился? Я не знаю. Да, туда можно как-то попасть. Какая-то секретка. Зацепись! Фух, спасибо, блин, просто. Зацепись! Фух! Это страшно, это страшно. Так, 50 метров.
20 метров. Что-то прямо здесь, в 5 метрах от меня. А, это вот это вот, что ли? Янтарь, огромные куски, добавляю распыленную кислоте. Странно. Ладно, мне нужно... Вон туда. Если я правильно понимаю, что здесь происходит. О! Отлично, это вроде тот путь. Мне нужно активировать тот телепорт. Это просто необходимо. Так, отлично. Второй прыжок у нас также служит еще и тормозом для приземления. Это, кстати, классно. Кто-то меня уже недолюбливает. Здание. Остальные ребята, я так понимаю, не особо-то враждебны. Хотя... Давайте в любом случае его убьем. Я хочу просто сейчас, вот, вернуть свои пожитки. Похоронить свою прошлую собаченцу. А, телепорт. Телепорт теперь рабочий. Спасибо. Где я? Я могу, кстати, себя сейчас и не найти. Я не уверен, где я склеился. В крайнем случае, можем поискать себя в другой раз. А? Ау. Я на это сейчас могу просто много времени потратить. Я не уверен, что я хочу. Так, а, мне вот это нужно. Хотя я их вроде уже сканировал. Мне интересно... Ого! На дротике есть что-то... А, ну да, я же могу теперь. Вот, ресурсы доставлены. Давайте тогда заапгрейдимся. Фу, готово. Готово. Все выше и выше ранец. Требуемый объект не обнаружен. Это мы еще обнаружим. Предметы. Опасные, едкие. Так, я могу сделать вот это. Стабилизатор бум-гранатов. О. Неужели я все это время называл это бумерангами? Отлично. Теперь можно удвоить. Или улучшить, не обязательно удвоить. Да, можно сделать вот так. И... здесь я уже все сделал. А, у меня уже есть быстрая перезарядка. Круто, я забыл об этом. Да, можно было... Совсем чуть-чуть не хватает на визор. Давайте я сейчас вернусь. Хотя нет, знаете, ребят, будем... А, письмо, я чуть не забыл. Будем все-таки делать это потихонечку, нам некуда торопиться. В следующей серии мы тогда уже доделаем визор. Хотя я думаю, штука полезная. Новый отчет. Thanks for getting to the survey so quickly, too. Teacher's pet.
You've survived this journey entirely on your own thus far. How has this affected your mental state? Are you lonely? Depressed? Or are you relishing the opportunity to say problematic things aloud without being called out? Hmm. Ну, я одиночка. If you're lonely, you can always invite a friend. Or just grow more bitter and project your inadequacies. You're keeping great pace, by the way. Quality RTA. Barely had time to read any donations. Also, great job on getting all the upgrades. Your constant desire for marginal improvement makes you a patron saint of capitalism. And so Kindred awards you with the Ready for Anything medal. And wow, you died a lot. You're the dyingest explorer. Блин, 6 раз уже сдох. Finally. How much have you enjoyed your experience on this hell planet that wants you dead? Please rate your overall enjoyment on a scale from... Отлично. Oh, shucks. Это типа опрос был? Based on the data you've recovered so far, Kindred has confirmed my fears. They're not sure what to make of the tower in the center of the planet. If we can't get inside it and figure out why there's a technologically advanced tower on a planet empty of intelligent life, they're going to assume the worst and bomb us into oblivion. So, if you could find a way into the tower, it'd be a big help. Я тебя понял. Статистика. Длительность 2 часа 42 минуты, количество смертей 6, прогресс 26%, кстати, неплохо. Оу, стоп. As a minor reward to improve your overall mood, we have increased the amount of Ozban pharmaceuticals automatically injected into your food. Enjoy the results at your leisure. Bad thoughts? Wipe them. Ill feelings? Wipe them. Tragic memories? Wipe them. Wipe them all away with BrainWipe's disposable neural restimulation membrane. Just insert into one orifice and pull out the other to let our nano IntelliWeave fibers do the rest. I'm disgusted. Moisturizes as it soothes, great for dry brains or stressful gatherings. This sucks. BrainWipes intelligently navigates the interior sectors of your brain, removing any thoughts of malcontent, putting you back on the track to a positive outlook. Wipe away your worries with BrainWipes emotional disinfectant smart tissues, available in happy, apathetic, and sociopath. I forget. Я не помню, это было или не было, так, сообщение. Прогноз погоды, Монреаль. В Монреале официально пришло лето, температура продолжает расти, и нас ожидают недельный максимум в соответствии со средним... недельные максимумы в соответствии со средним сезонным диапазоном 48-65 по Цельсию на основе данных о погоде за последние 15 лет. Обычно в это время года мы рекомендуем как можно больше оставаться в помещении и находиться под прямым воздействием солнечных лучей дольше 30 секунд. Если вы планируете выходной день, возьмите с собой полноценный солнцезащитный крем с фактором защиты как минимум 350 и не забудьте обильно наносить его каждые 5-10 минут. Итак, вот прогноз погоды на ближайшие дни. Понедельник 50 градусов, 73% вероятность обжигающего кислотного дождя, 17-20 см метров осадок. Вторник 51 градус, 11% вероятность ветров с обжигающими испарениями, предупреждение об опаляющем ультрафиолетовом излучении, небольшая вероятность чумных туманов. Пятница 62 градуса, в четверг 6 градусов. 6, вы уверены, не 60? Может, опечатка, а может, ну, не знаю. Пятница 62 градуса, 52% вероятность легких огненных торнадо. Я понимаю, почему они хотят уехать с этой планеты. Я бы тоже не стал там жить. Да, ребятки, тогда на этом сегодня закончим. Мы куда-то продвигаемся. Я, по-моему, зашел дальше, чем следует. Пошел не в ту сторону. Но, честно вам скажу, это пока что, наверное, единственный такой немножечко недостаток этой игры. Ну, лично для меня это очень субъективно. Я в ней очень сильно теряюсь, и я не всегда могу понять, где я нахожусь, и куда мне надо, и как, и что, и зачем. Это, наверное, заметно по видео, извиняюсь, если так. Но сама игра при этом очень интересная и увлекательная. Так что, ну, как-то вот так вот. Ладно, ребят, все. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.